День семьи, любви и верности – это один из самых молодых и вместе с тем трогательных праздников, который так много говорит всем, кому дороги подлинные семейные ценности. Этот замечательный праздник отметили и в нашем городе. В Северном парке, где это происходило, побывала съемочная группа муниципального телевидения. В этот день часто вспоминают героев известной повести, памятника древнерусской литературы Петра и Февронии Муромских, благоверных супругов, история жизни которых пережила века и до сих пор служит для многих примером любви, преодолевающей все препятствия. Но таких крепких, прекрасных семей немало по всей стране, в том числе и в нашем городе и районе. Мы каждый год отмечаем этот чудесный праздник. И действительно, семья – это главное в жизни человека каждого. Дети – это радость. В каждой семье должна, естественно, присутствовать любовь, уважение, взаимопонимание. И тогда будет счастье, мир и покой. Этот праздник дает еще один повод собрать всю семью, выйти в парк, прогуляться, погулять, поесть мороженого и просто провести время друг с другом. Действительно, этот праздник посвящен полным семьям. То есть он пропагандирует наши традиционные ценности семьи, традиционные семейные ценности. Папа, мама, дети. Конечно, для нас, как для отрасли образования, очень важно прививать детям именно такие ценности. В Северном парке Славянска на Кубани все желающие приняли участие в праздновании Дня семьи, любви и верности. Для гостей была подготовлена насыщенная программа и разнообразные развлечения. Немало было и активной молодежи. Я живу с мамой, бабушкой, дедушкой. Для меня это и есть семья. Я их очень сильно люблю. Этот праздник для каждой семьи, для каждого человека очень много что-то значит. И семья – это самое главное в жизни каждого. Сегодня замечательный праздник, День семьи и верности. Его отмечают все семьи, и мы с волонтерами очень рады отмечать этот праздник со всеми семьями вместе. Каждый нашел себе здесь занятия по душе, работали фотозоны, проводились интересные конкурсы с призами. Особое внимание было, конечно, семьям. Приглашались для участия в конкурсе и семьи, которым уже более 30 лет. Одна из них – семья Николая и Натальи Стадниченко, которые вместе уже 41 год. Что же главное в их семейной жизни? Терпение. Это самое главное. Потому что сейчас молодежь не очень терпеливая. Чуть что не так, все, друг другу не уступают. А надо терпеть и любить. Вот и все. Поженились мы немножко позже, когда мне было 22 года, ей 19. Вот. Я ее привез из Сибири сюда, на Кубань. В том же году у нас свадьба была. В 92-м году, когда у нас была розовая свадьба, мы обвенчались в храме в нашем. Вот. Так вот и живем. Семьи, которые прожили не один десяток лет и своими мудрыми советами поддерживают молодые семьи, являясь для них примером, заслуживают большого уважения. И молодые продолжают семейные традиции, растят и воспитывают детей. В этот праздник можно показать свою семью большую, порадоваться, подарить людям радость, счастье, хорошее настроение и передать свой опыт, семейный опыт счастливой семейной жизни, что в приоритете для семьи, потому что семья – это большое богатство, которым нужно дорожить, дети – это наше золото. Славянские артисты из вокально-инструментального ансамбля «Шанс» порадовали собравшихся своим искусством. Пусть не будет на сердце печали, не смотри ты с тоской за окном. Наше лето с тобой не промчалось, наше лето с тобой не ушло. Этот праздник отличается душевностью, он близок и дорог многим славянцам. Высокие нравственные идеалы, важные для каждой семьи, любовь, доверие, уважение будут сохраняться. Семейные ценности по-прежнему необходимы людям. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыка, Георгий Калинин. Программа «События».